Марина и Сергей Дяченко. Приключения Маши Михайловой. Маша и затонувшие сокровища. Однажды Маша Михайлова поехала с родителями на море. Вода была теплая, медуз почти не плавала, и папа надул для Маши морской матрас. Маша поплыла к буйку, потому что море было спокойное, а плавать она умела хорошо. Не успела Маша немного поплавать возле буйка, как откуда ни возьмись, появилась милицейская лодка с мотором. В лодке сидел майор милиции и 3 незнакомых милиционера. «Маша!» – воскликнул майор милиции. «Наконец-то мы тебя нашли!» «Вообще-то у меня каникулы», – сказала Маша. «Я плаваю на матрасе». «Я понимаю», – сказал майор милиции. «Мне неловко выдергивать тебя из воды, но случилось ужасное преступление. Похищено 7 бочонков золота». «Кто же хранит золото в бочонках?» – удивилась Маша. «Древние мореплаватели», – сказал майор милиции. 1000 лет назад, а может и больше, возле наших берегов затонул старинный корабль, груженный золотом. Он плыл из Америки в Испанию. Его искали 1000 лет, но не могли найти. И вот совсем недавно, позавчера, один очень молодой ученый нашел его с помощью компьютера. Он тут же сообщил о своем открытии в исторический музей. И ученые тут же приехали, чтобы забрать со дна моря очень важные исторические сокровища. Но когда они нырнули на дно и нашли корабль, оказалось, что он уже пуст. Его ограбили вчера. «Почему вчера?» – спросила Маша. «Почему не 1000 лет назад?» «Потому что на корабле нашли вчерашнюю газету», – сказал майор милиции, в которой говорилось о находке молодого ученого. Преступник, по-видимому, сперва узнал о сокровищах из газеты, потом нырнул на дно за золотом, а там потом сложил газету вчетверо и подложил под корабельный люк, чтобы он не захлопнулся от течения, как форточка от сквозняка. Маше стало неуютно на матрасе, потому что сверху жгло солнце, а снизу холодила вода, и как раз приплыла большая медуза и стала белеть рядом. «Садись в лодку», — сказал майор милиции, — «нельзя терять ни минуты». «Найди золото, оно очень важно для науки и вообще». «Но ведь 7 бочонков золота – это очень тяжелый груз», – сказала Маша. «Как преступник вывез их с берега?» «Это главная загадка», – сказал майор милиции. «Может, преступник закопал золото?» – спросила Маша. Ее уже сняли с матраса, посадили в милицейскую лодку и завернули в полотенце. «Нет», – сказал майор, – «мы вчера уже обыскали весь берег и не нашли следов лопаты». «Едем», – сказала Маша. «Только надо дать знать моим родителям, что я не утонула, а нахожусь на задании». Маша с милиционерами приплыли к тому месту, где под водой лежал затонувший корабль. Маша надела маску и посмотрела под воду, но ничего, кроме одной рыбы-зеленухи, не увидела. Тогда Маша попросила ее отвезти на берег. На берегу стояли ученые, которые приехали за сокровищами. Смотрели на море и вздыхали. Увидев майора милиции, вылезавшего из моторной лодки, ученые бросились к нему. «Ну как? Вы еще ничего не нашли?» «Найдем», – пообещал майор. «Вот эта девочка – первоклассный сыщик. Наша надежда». Ученые стали разглядывать Машу, завернутую в полотенце. Они качали головами и не верили, что она сыщик. А Маша, не обращая на них внимания, разглядывала акваланги, трубки, маски и прочие снаряжения, которые ученые привезли с собой. «Скажите, пожалуйста», – спросила Маша у начальника экспедиции, – «вы не могли бы поймать мне краба?» «Дети есть дети», – сказал начальник презрительно. «Тут сокровища пропали, а ты краба хочешь, сыщик». «И все-таки», – сказала Маша, – «вы не могли бы нырнуть на дно и принести мне самого большого краба, которого вы можете поймать?» «Слушайте эту девочку», – строго сказал майор милиции. Начальник экспедиции был очень недоволен. Он нырнул и быстро принес Маше маленького краба. «И это все?» – спросила Маша. «А мне говорили, что ученые, которые исследуют затонувшие корабли, ныряют на такие глубины, где водятся крабы величиной с подушку». «Это правда», – сказал начальник экспедиции. «У нас есть специальные снаряжения, с ним мы можем нырять на такую глубину, где лежит затонувший корабль, а без снаряжения донырнуть до него нельзя». «А как же воры донырнули?» – спросила Маша. «Вот», – сказал начальник экспедиции и высоко поднял палец. «Поэтому мы и считаем, что вор был иностранец. У местных жителей такого оборудования быть не может. Значит, они могли донырнуть до корабля».
Маша задумалась и даже полезла пальцем в нос, чтобы поковырять в нем, но вовремя вспомнила, что это неприлично. «И все-таки», — сказала она, глядя на маленького краба, который как раз уползал обратно в море. «Но все же, не могли бы вы мне поймать большого краба, который живет в трюме затонувшего корабля?» Начальник экспедиции выпятил губу, но молодой ученый, который только-только закончил университет, выпустил вперед и сказал: «Я принесу Маше большого краба!» Он надел специальную маску и специальный костюм и взял самый современный в мире акваланг и нырнул. И целый час сидел под водой. Начальник экспедиции ругался, а Маша ходила по берегу и собирала розовые ракушки. Под одним большим камнем она нашла голубое одеяло, совсем еще не старое, с квадратным штампом на уголке. Маша внимательно рассмотрела этот штамп. Наконец ныряльщик выплыл. У него в руках был краб величиной с тетрадку по математике. Маша внимательно рассмотрела краба, измерила его линейкой и попросила выпустить. «А зачем тогда было за ним нырять?» – удивился молодой ученый. «Я думала, ты хочешь себе домой сувенир». «Это не сувенир, это живое существо», – серьезно сказала Маша. «А теперь покажите мне, где тут проходит дорога». Ее отвели на дорогу. На дороге, где не было никаких следов. «Смотрите, кошка», – сказала Маша. И в самом деле на обочине лежала большая кошка и спала. «И еще кошка», – сказал майор милиции. «И вон еще две». «А эту кошку я знаю», – сказал один из милиционеров. «Это кошка моей тети. Она живет в соседнем селе». «Странно». Маша посчитала всех спящих кошек. Всего их было 10 штук. Все они сладко подтягивались во сне. «Странно», — сказала Маша. «Ничего странного», — сказал майор милиции. «Обыкновенные кошки. У нас во дворе полным-полно таких. Поедемте на базар», — сказала Маша. «Ты хочешь фруктов?» — спросил майор милиции. Но Маша ему не ответила. На базаре было много народу. Солнце палило так, что асфальт дымился и плавился. «Купить тебе дыню?» — спросил майор милиции. А тот милиционер, что был с ним рядом, сказал ворчливо: «Мы теряем время. Пока этот ребенок собирает камушки, ловит крабов и лопает фрукты на базаре, преступник 100 раз успеет скрыться вместе с золотом». Но Маша вовсе не лопала фрукты. Она искала ряды, где торгуют сувенирами. И она их нашла. Здесь были ракушки, ароматные масла, глиняные кувшинчики и прочая мелочь. Люди так и толпились рядом, покупали сувениры, чтобы привезти их с курорта домой и поставить в шкаф под стекло на память. «Крабы», — сказала Маша. И действительно, здесь были и крабы. Они были красные, покрытые лаком, неживые. Один краб держал в клешнях маленький пластмассовый замок, ласточкино гнездо. Маша вытащила линейку, которая торчала у нее из-за пояса, то есть из-за резинки от плавок, и стала мерить крабов. Продавцы удивлялись: «Зачем эта девочка меряет наших крабов линейкой?» Маша хмурилась и ничего не говорила. Наконец, Маша, а с ней майор милиции и угрюмый милиционер подошли к мальчику, который торговал самыми большими на базаре крабами. Маша измерила их линейкой и повеселела. «Скажи, пожалуйста», – спросила Маша у мальчика, – «ты сам поймал этих крабов?» «Конечно, сам», – сказал мальчик и сделал гордое лицо. «Врет он все», – сказала тетя, которая торговала рядом. «Этих крабов поймал его дядька». И мальчик обиделся. «Твой дядя водолаз?» – спросила Маша. «Мой дядька шофер», – сказал мальчик. «Тогда он не мог поймать этих крабов», – сказала Маша. «Такие большие крабы водятся в глубоких ямах, куда шоферу не донырнуть». «А вот и донырнуть», – сказал мальчик. «А спорим, не донырнуть», – сказала Маша. «Для того, чтобы нырять так глубоко, нужно специальное снаряжение, которое бывает только у ученых и иностранцев, да?» Тогда мальчик покраснел, пролез под прилавок и достал краба, который был величиной с Машин школьный портфель. «А это ты видела?» Майор милиции, а с ним угрюмый милиционер, разинули рты. Только Маша совсем не удивилась. «Да это большой краб», сказала она спокойно. «А где работает твой дядя?» «Он работает в детском лагере», — сказал мальчик. «Водителем».
«Мы уже были в детском лагере», — сказал майор милиции. «Этот лагерь находится неподалеку от затонувшего корабля, но в лагере никто ничего не видел и не знает». «И все-таки поедем», — сказала Маша. И они поехали. Майор милиции сразу пошел к начальнику лагеря, а Маша подошла к девочкам, которые сидели на скамейке и играли в машинки. «Привет», — сказала Маша. «Давно вы здесь?» «Уже 2 недели», — ответили девочки. «А вчера вы не заметили ничего странного?» – спросила Маша. «Заметили», – сказала та девочка, которая проигрывала. «Один мальчик из 2-го отряда вел себя очень странно. На дискотеке пригласил меня танцевать, а потом убежал, будто ошпаренный. Ничего более странного не видела в жизни». «Это не то», – сказала Маша. «А больше ничего странного не было?» «Больше ничего», – сказала та девочка, что выигрывала. «Разве что молока после сна не давали, а давали чай». «Что в этом странного?» – спросила ее подружка. 2 недели давали после сна молоко, а 1 раз дали чай. Ничего странного. Я вообще молоко не люблю. Тем более, что вчера вечером на ужин была молочная каша». «Спасибо», – быстро сказала Маша и побежала на кухню к главной поварихе. «Здравствуйте», – сказала Маша. «Скажите, пожалуйста, почему вчера после сна давали не молоко, а чай?» Повариха уперлась руками в бока и сказала: «А тебе какое дело? Стану я перед каждой пигалицей оправдываться». Пришлось Маше бежать за майором милиции. При виде майора повариха заговорила по-другому. «Вчера», — сказала она нехотя, — «нам привезли очень мало молока. Не хватило, чтобы дать детям после сна». «А кто там возит молоко?» — спросила Маша. «И откуда?» — повариха покосилась на майора и нехотя сказала: «Возит наш водитель на микроавтобусе с коровьей фермы. В бидонах». «В бидонах?» – воскликнула Маша. «Все же ясно. Скорее надо арестовать водителя. Это он украл сокровища». «Но как ты догадалась, Маша?» – спросил майор милиции, когда милицейская машина везла Машу обратно на пляж. «Водителя, которые работали в детском лагере, только что арестовали, и он всем признался». «Да и как не признаться, если в подвале у него нашли кучу золота с затонувшего корабля?» «Все очень просто», — сказала Маша. «Я сразу заподозрила, что нырять так глубоко могут не только ученые, да и иностранцы. Ведь и я раньше видела, каких огромных крабов продают на базаре. А такие крабы водятся только на больших глубинах. Местные жители прекрасно умеют нырять, не только без специального оборудования, но и вообще без акваланга. Потому что они с детства тут ныряют». «Да, но молоко! Да, конечно, молоко! Вы ведь видели 10 кошек, таких сытых, что они даже встать не могли». Водитель прочитал в газете про находку ученых. Он отыскал затонувший корабль, открыл под водой люк, а чтобы люк не захлопнулся, засунул в него жженую газету. Потом он вытащил на берег золото. Наверное, это была тяжелая работа. Но чего только не делает с людьми жадность. Золото было на берегу, а тем временем водители ждали в лагере с молоком. Рисковать нельзя было, ведь его могли хватиться. Но куда девать золото? Тогда водитель накрыл свою добычу одеялом, которое было у него в машине. Одеяло со штампом из детского лагеря. Он поехал на ферму, взял молоко, а на обратном пути остановился и стал досыпать в каждый бидон золотые монеты. Молоко, вытесненное золотом, сразу разлилось на дорогу. Сразу набежали кошки и стали лакать молоко. Водитель повез в детский лагерь молоко пополам с золотом. На вечернюю кашу поварихам хватило, а наполник нет. В это время машина подъехала к дому отдыха, где Маша жила с родителями. Родители как раз возвращались с пляжа. «Маша!» – радостно воскликнул папа. «А я тебе краба поймал!» «Поскорее отпусти его!» – сказала Маша сухо. «Пусть живет!»